Балтийское побережье. Здесь, в городе Зеленоградске, находится одно из самых молодых предприятий Калининградской области – завод дренажных труб. Осваивать новое всегда нелегко. Не все вначале ладилось и у зеленоградцев. Превышал допустимую норму брак, не хватало опытных кадров. Но коллектив предприятия не отступил перед трудностями. На заводе понимали, что от качества их работы зависит не только выполнение личных планов и обязательств, но и успешная деятельность калининградских мелиораторов. Теперь управление сложными технологическими процессами взяли на себя автоматические системы и чуткие контрольные приборы. Появились на предприятии и свои специалисты, такие как Раиса Николаевна Федотова, Валентина Помазова. В результате значительно улучшилось качество изделий, а количество выпускаемых труб лишь за один год возросло более чем в два раза. Коллектив завода взял обязательство выполнить план двух лет пятилетки к 60-летию октября, выпустив сверх плана свыше 1 миллиона штук дренажных труб для мелиораторов области.